Привет всем. Недавно заменил крышку резервуара очистителя лобового стекла. Ломаются часто. Выписал из Алиэкспресса. Там есть крыши для разных автомобилей. Ссылку оставлю ниже в описании видео. Вот как я пытался починить старую крышку. Вот еще вариант крышки для машин концерна ВАК. Есть в интернете также более продвижённые варианты крыш для бачка очистителя лобового стекла. Крышка воронка для машин концерна ВАК и подходит и для некоторых машин. Сейчас можно их вставить и в интернете можно купить легко. Примерно всего за каких-то 300 рублей. Артикул крышки. Вот артикул крышки. Ну и в конце видео просьба подписаться на канал и нажать на колокольчик. Спасибо всем за внимание.